Здравствуйте, друзья, с вами Дмитрий, вы заглянули на канал Grim Gamer, мы с вами продолжаем проходить бюро XCOM, вот. И сейчас мы с вами отправимся на какое-то сложное задание, если не ошибаюсь. Так, смотрим. Да. Правда, в прошлый раз забыл сохраниться, короче, и... Ага. Автономное задание, автономное. Награды, ранг 4 инженер-агент, понятно. А тут что дают? Какие-то спорные, честно говоря, эти. Ну, не очень нужные мне улучшения, но давайте что кого-нибудь посадим туда. Так. Вот этого. Ну и давай сию. Я думаю, они затащат. Ну и сюда тоже кого-нибудь отправим. Все, полетели. Так, а мы поехали. Точнее. Агент Вивер отправилась туда раньше вас. Так, офицер чужих. Да, обнаружил, что Фюрер находится в отдаленной базе. Все, чтобы объект... Надо не дать, короче, убить Уиверу. Бабе этой Фюрера. Кстати, довольно забавно было. Вчера кто-то написал, что... Ты продался! Ты типа прорекламировал чуваков. Ребята, вы такие смешные вообще. Это, блин, просто мои знакомые. Мы с ними в одном городе живем, а с ними лично знакомы, общаемся иногда. Просто ребята, скажем так, даже не просили меня это делать. Это моя инициатива вообще. Ну, прикольно у них материал, согласитесь. Не нравится мне это. Довольно странно, что у них нет зрителей. Да, есть такое. Если что, ссылочка под видео. Лидер и так нас опережает. Мало ли, вдруг кому-то еще, кто-то еще не видел. Так, ну что у нас за пушечка? Тут кто-то мне сказал, что типа, говорит, можно из этой винтовки целиться. Это граната, понятно? Так, ага, понятно. Так, как целиться-то из винтовки из этой? Уивер, прием. Где вы находитесь? Агент Уивер, как слышите? Yep. Черт, Анджела. Идите точку. Есть. Это мой бой, Картер. Вам тут не место. У меня приказ. А можно убить, кстати, я даже черт, не знал. Фолка. Фюрер нужен нам живым. Если его связь с мозаикой прервется, ученые ничего от него не узнают. Я давно слежу за ним. Я понимаю, как он... Не знаю, как целиться, ребята. То есть поэтому я вы его не убьете, не пока мы не узнаем все, что нужно. Вам ясно, на геймпаде Уивер? Не так много кнопок. Уивер. Ага, все, понял. Анджела. Ну, прицел все равно малой кратности. Черт. Прицел все равно малой кратности, поэтому как бы особого смысла в этом нету, на самом деле. Если, ребята, у меня кто-то купит рекламу когда-нибудь какую-нибудь, то есть он заплатит, то я не буду это скрывать. Потому что я не вижу в этом ничего плохого. Так, мы нашли пещеры возле кемпинга и забрались туда, чтобы спрятаться от патрулей, немного вздремнуть. Не помню, когда последний раз я спал больше нескольких минут. Женя дежурит первым, да уж, без бойскаута нас такому не учили. Понятно. Я вообще, ребят, никогда ничего не буду рекламировать, ничего плохого. То есть, если что-то мне не нравится, я ни за какие деньги не буду это рекламировать. Потому что, ну, у меня есть, скажем так, чувство собственного достоинства, которое не позволит мне это сделать. Давайте посмотрим, что там. А, мы оттуда пришли, понятно. Поэтому, если я что-то советую, значит, это действительно мне нравится. Вот. И относиться нужно к этому просто как к совету, скажем так. Или как к рекомендации. Что-то здесь не так. На будущее. Чувствуете запах? Еще бы. Мне кажется, он идет оттуда. Так, тихо, пацаны, вы чё? Спокойно, все нормально. Вот, видели, что они делают? Чё делаем, значит, берём. А, блин, щит. Что-то. Щит-то нельзя вырубить. Не знаю, что, но я это остановлю. Так, тогда ты давай сними вот этого. Нет, давай ты тоже щит ему снимешь. Кстати, просто своим выстрелом. Готов. Провокация.
Давайте попробуем, что это. Отвлеките его огонь! Ну давай, тупая! И приманочку сюда вот зафигачим. Куда-нибудь. Оттяните их туда! Сейчас отвлеку их! Ну, Бармаглот нам не нужен, мы без него справимся. Черт! Готово. Этот последний. Все. Даже зря приманку, наверное, израсходовал. Есть только один способ спуститься. Восстановится, я же ничего Давайте, не парни. Оп. Так, перезарядимся. Обойти не получится. Так что вперед. Смотрите под ноги. О, господи. Да, проблема тоже у меня. Ну-ка, давайте попробуем прицел. Неудобно. Нажимать приходится просто кнопки, это вообще неудобно с геймпада, вот абсолютно целится так. Хотя странно, игра заточена под геймпад изначально, то есть, когда ее делали. Ну, у нас же для Xbox'а. ПК это сейчас, в наше время, это чаще всего просто какой-то, ну, как дополнительная платформа, не основная. Кстати, я тут Рим Total War попробовал. Что они тут делают? Пока смешанные впечатления. Я просто... Я же говорила, нечего вам тут делать. Я здесь, чтобы остановить фюрера, как и вы. Баба, сейчас, конечно, тупая. А что она ищет? Это? Какой хрен она сюда прилетела? Глупая женщина. Вот, Рим, короче, интересный, но собака такой требовательный. Я думал на высоких, там, на ультре там какой-нибудь погоняю. Нифига, он тормозит. Но на высоких, на высоких настройках он нормально идет. Увидите, я по нему запилю обзор, когда разберусь сам получше. Мы бежим уже 2 дня, прячется солдат чужих. Слава богу, они глупые. Я был уверен, что нас хватит. Дэнни чихнул как раз в тот момент, когда они проходили под нашим деревом. Дурацкая сонная сенная лихорадка. Нас обоих могли убить. Бедолага вытерпел. Да уж, чихать-то в такое время не стоит, наверное. Они выкачали всю воду из озера. Куда Мутон! Спокуха, пацаны. Больше интересует, зачем они вообще все это делают. Так. Броня, да? Так, значит, атакуешь ты на Мутона. У него же бронебойные патроны, если не ошибаюсь. А я буду валить дронов. Пацаны, тихо. А, стимуляторов у нас тоже нету, отлично. Ну ничего, мы его убьем. У нас этот... Командос. Я у насосной станции. Где вы? Ровно впереди. От него хороший дамаг идет по бронированным целям. Я немного пошумела, пока шла сюда. О, ранец новый. Ну-ка, что за ранец? Ранец стрелка. Так у меня есть такой уже, по-моему. Пит, ты не мог бы заглянуть на насосную станцию? Может, много? Тут ничего интересного. Это не дневники тех пацанов, которые тут пытались выжить. Просто какая-то другая инфа. Надо патроны, кстати. Мало патронов для винтовки. Хорошая, кстати, пушка. Это мне очень нравится. Отходим, машу мать. Ой, господи. Какие вы глупые пацаны, а? Что это такое, интересно? Трубопровод какой-то. Никак не пройти, нет. Ну и ладно. Еще энергообойма тоже может пригодиться. Хорошая реально пушка, то есть с ней гораздо проще стало. То есть она и урон с нее хороший идет, и... Попадает она неплохо так. Нет, лазерный пистолет, пулемет не буду, да. Это что такое? Бластерная установка. Взять, что ли, вместо дробовика? А, это гранатка. А, это вот эта граната чужих. Круто. Это мы возьмем. Нет, клейкую гранату. Сволочная не нужна. Бластерная установка.
Да ну нафиг, короче, не надо мне. Анжела, здесь барьер. Мало там, ну, снарядов у меня мало вообще. Вам придется его снять. Здесь был телепорт, но обстановка накалялась. Вы взорвали его? Картер, я не ждала гостей. Что, кто-то звонит мне, что ли? Так, ладно. Давайте. Вперед. Кто-то из вас должен отключить систему. Сейчас нападать, наверное, начну. Так. Пускай снайпер лучше, наверное. Нам как-то со штурмовиком, наверное, попроще будет. Выполняю! Отбиваться. Все-таки у него огневая мощь-то посерьезнее. Все, занимаем места. Отлично. Еще отличнее. Псевдоид тут, ну это. Так. Давай-ка ты. Провокация, просто мне интересно, как это будет работать. Отвлеките этого ублюдка. Выходите и деритесь, ублюдки. Не, нормальная тема, надо сказать. Блин, да что ж такое-то, попасть не могу. Нет, я не в порядке. Не сбавляем темп. Готовенький. Ну, это почти удохло уже. О, черт, вот это серьезно. Батронов-то почти нет. Так, тихо, ребят. Так, вообще не... Ну-ка. Патронов-то больше нету. Так, давай-ка мы... что можем сделать, значит? Силовая волна. Ну-ка попробуем на него. Просто мне интересно. Все. Ну давай, атакуй его, что-то. Далеко слишком. Сюда. Да ёпта, раз это все наконец. Так, энергобойма. Надо по-любому восполнять запасы. Так, тоже есть патроны. А гранатка. И еще энергообойма. Тут уже патроны. А, все, у меня уже почти максимум патронов. Картер. Уилл, вы на связи? Они тут что-то делают. И есть такое чувство, что они тут уже давно. Да, гораздо дольше, чем я думал. Почему вы так уверены? Просто идите ко мне. Думаю, вам стоит кое-что увидеть. Что я там могу увидеть? Давайте посмотрим, что она нам может показать. Анджела, кто он? Его звали Пит. Ваш брат? Да. Фюрер забрал его у меня. Я пришла, чтобы вернуть его. Он
все еще здесь? Не знаю. Возможно. Эти гады его еще используют. Используют? Для создания инфекции. Так вот, что тут такое. Значит, они ставят опыты на живых людях, разрабатывают заразу. И ваш брат... Пит стал одним из первых тестовых объектов. Эта база тут давно. Гораздо дольше, чем я думал. Значит, пора ее прикрыть. Зачем вы здесь? Моя группа смогла бы справиться с фюрером. Даже если бы вы захватили фюрера, я бы никогда не узнала, что стало с Питом. Сказали бы мне. Это невозможно. Картер. Да, нарушать приказы нельзя. Я играю в мужские игры. Я не могу проявлять чувства. Короче, все. Пошли, хватит трепать уже. Давайте действовать вместе, так проще. Я останусь здесь и узнаю, где Пит. И где прячется... Не, нормально, вообще не. Больше не убегайте. Не выполняет приказы. Я так долго ждала этого дня. Поверьте мне, Картер, я никуда не денусь. Я тебе не верю. Идите через мостик и спускайтесь вниз, вы. Я послежу за системами отсюда. Говорите, если что-нибудь заметите. Непременно. Давайте посмотрим, что там. Это жертвы экспериментов? Лунатик. Ничего с ним сделать нельзя, к сожалению. Ничего с ним сделать нельзя. Почему койки пустые? Где все люди? Мы видели их только что. После опытов их просто сбрасывают наружу. Эти твари за все заплатят. Верно, командир? О, конечно. Да. Найти Пита Уивера. Ну, окей, найдем. У нас еще время есть в запасе. Так, куда идти? Туда. Значит, идем туда. Конец тебе, фюрер! Убью гада! Клянусь, я вырву твое чертово сердце! Баба-то с огоньком, как говорится. Но нет, ублюдок. Я сюда не болтать пришел. Держитесь, Анджела. Сейчас мы его заткнем. Видишь, не зря я хожу здесь. Штанцы. Увеличивает радиус всех умений. Ну, у меня и так увеличивает тактический ранец. Так что тоже без надобности. Жалко, тут пушки нельзя улучшить. Вот это, кстати, большое, на самом деле. Боже, смотрите, внизу. А черт, это уже слишком. Людей держат в загоне, как скот. Мы должны помочь им. Боюсь, они уже не люди. И есть один способ им помочь. Вырубить эту систему к чертовой матери. У нас гости! Ни хрена себе. Вот это поворот. Так, включаем. И спускается, главное, без палева. Забавно. Угу. Внимание! Так, спокуха, пацаны. Оп, тихо-тихо, где снайпер? Это что ли? Снайпер-гвардеец, они еще под щитом. Ломите ему! Навожусь на цель! Да вашу мать, а гранату свои. Засуньте себе куда-нибудь под, поглубже. Укрытие, снайпер! Я не вижу этих, блин. Так, пацаны, тихо-тихо-тихо-тихо. Приманка, давайте сделаем так, чтобы они... Да. Чтоб они куда-нибудь сюда вот стреляли. Так, а ты давай... Не знаю, попробуй... Ну-ка, силовую волну вот на этого. Его.
быстро на него все. Хороший урон идет с этой пушки. Так. В атаку. Понял. На вожа держи. Они закрыли. Отвлечь не получилось. Так, что бы сделать? Так, давайте, пожалуй. Так, тихо. Вы что, не умирать? Раненый. Снайпер. Готово. Можно выдвигаться. В укрытие, снайпер! Снайпер, ложись! Командир, вы в порядке? Ну, по мне что, похоже, что я в порядке? Так, убей снайпера. Прикончите его. Готов. Ну и остались там мелочь всякая. А, дрон еще тут летает. Даже не один. Да ёб, псель-мопсель, что же вы... До свидания. Может, и подлечу, но пока не могу. Свидание. Атакую! Помогите! Черт, подними же его! Я подлагаю его! Все, уже почти победили. Так, тихо, боеприпасов уже почти не осталось. Так, еще кого тут можно снять? Давайте этого. Этого я и сам убью. Патроны нужны. Отлично. Ни хрена себе, да что ж ты... Кулаком его. Фух. Что это такое? Непонятно только, что включил какой-то. Возбудитель лунатизма. Вот как распространилась зараза. Ее подмешивали в воду. Все, теперь пью только виски. Да. Жесть. Так, куда идти? Туда. Окей. Так, патроны у нас с вами есть. Ну так, более-менее. Да нет, даже не более-менее, а полностью. Даже гранаты все есть. Прикольная игрушка, действительно, такая нормальная. Я сначала недооценил ее сильно вообще. Но могли бы сделать и получше. Хотя я не знаю, Мил, наверное, я нашла его. С бюджетом. Попробую были проблемы. Добраться. Вот я и нашла его. Ну все, ладно. Наконец-то не будем вступать брата. В новую схватку просто, ну, как бы под конец серии. Так что всем спасибо, кто смотрел. Оставайтесь на канале. Будем проходить. Я думаю, что не так долго осталось. Почему-то мне так кажется. Вот. Игра мне нравится. Надеюсь, что вам тоже. Вот, ладно. Всем до скорого, всем пока.